Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и, кроме того, неприменима. Семья – это кристалл общества. Французский писатель Виктор Гюго. Всем привет! Это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Австралийский драматический фильм «Танна», снятый в 2015 году, основан на реальной истории, произошедшей в небольшом государстве Вануату. Фильм был полностью снят на месте событий в деревне Якель и окружающих ее территориях. «Танна» была представлена на Венецианском кинофестивале, где получила приз зрительских симпатий. На показе также присутствовали 5 актеров фильма, которые раньше никогда не покидали остров. В 2017 году картина была номинирована на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Американский кинокритик Кеннет Туран назвал «Танну» одним из лучших фильмов о племенах южной части Тихого океана. The Guardian описали атмосферу картины как теплую, дающую жизнь силу. Другие критики также отмечали красоту нетронутых человеком пейзажей и завораживающие картины дикой природы. Про фильм «Танна» очень мало информации в интернете. Я пыталась прочитать историю создания и откуда вообще растут корни. Единственное, что я поняла, что он был номинирован на «Оскар» как один из лучших фильмов на иностранном языке. Вот. И потом, когда я начала читать фамилии актеров, они совпадают с именами героев. Например, там Мэри Вава играет Ваву, главную героиню, и Мунгайн Дайн играет Дайна и так далее. Можете рассказать, откуда вообще появилась идея этого сценария и почему у актеров такие же имена, как у главных персонажей? Ну, рассказать этого я не могу по той же причине, что я тоже не с острова Танна. И об истории создания фильма знаю примерно столько же, сколько и вы. Потому что доступные источники, правда, очень ограничены. В принципе, на самом деле, про Меланезийские острова источники очень ограничены. Это маленькие островочки, там даже в фильме видно, что они там пешком перебегают весь этот остров там поперек 2 раза за один день. И туда мало кто добирался, и мало информации оттуда уходит. Поэтому, может быть, где-нибудь на каких-нибудь австралийских сайтах что-то такое есть, снимали австралийцы, и как-то же им эта идея вообще, в принципе, в голову пришла, но подозреваю, что надо копать на каких-нибудь миссионерских, может быть, источниках, потому что вот кто лучше знает про все эти истории, это всяческие миссионеры, которые, кстати, в фильме там тоже участвуют, в каком-то, правда, странном качестве, поэтому, может быть, и не на миссионерских, их его знает. Местные жители, они интернетом не пользуются, там же даже в фильме это племя, которое мы последние хранители закона, и закон это не очень закон, конечно, неверный перевод, такой не очень корректный, а скорее как бы обычай, мы последние хранители обычая, и нам вся вот эта ваша цивилизация не уперлась, не сдалась, христиане какие-то странные, что-то как-то вот с ними, вроде да, но какие-то подозрительные, мы хотим жить в лесу. А если они живут в лесу, то информация будет соответствующая. То есть, либо туда надо приехать и узнать. Я подозреваю, что когда, собственно, идея появлялась, кто-то где-то побывал, что-то услышал, что вот была какая-то такая парочка, которых, принуждали к разлуке, каким-то этим бракам династическим, не династическим, а этим мирозаключительным, Но они хотели быть вместе, они померли, и из-за этого, все подумали, что ай-яй-яй, что же мы натворили, и вот такая клевая идея, да еще плюс на острове с пальмами, какие-то замечательные такие люди экзотические, давайте снимем. Опять же, политкорректность, все дела, все красиво. И сняли. Но, как таковой, я думаю, богатой предыстории, строго говоря, особо и нет, и быть не может, потому что, в принципе, вся история этих островов, она помещается на нескольких страницах на самом деле, известная, то есть реально-то там что-то происходило, но в основном реальная история этих островов — это взаимоотношения разных деревень. Они даже, строго говоря, не очень племена. Деревня такая, деревня такая. И они между собой могут до бесконечности бодаться. Реально столетиями. Потому что здесь одного убили, как в фильме, собственно, и происходит. Давайте мстить. Нет, давайте не будем мстить. Нет, давайте брак заключим такой мироутворительный. И вся история, она такая, в общем-то, и есть. То есть урожай вырастили, урожай съели.
Вот. Но это немножко все-таки сложнее, чем если бы это были какие-нибудь охотники с луками, бегали там по этому острову. Но остров слишком маленький, чтобы там были охотники. Ну, хотя, наверное, могли бы быть, но там особо нечего ловить. Ну, вот. Поэтому и предыстории, и истории ее, по сути, как бы нет. Но само по себе как бы ситуация до крайности поучительная. И чем она как бы захватывает, что она, ну, вроде происходит на каком-то странном острове, да, какие-то вот эти папуасы, значит, бегают по этим джунглям, а мы понимаем, что им надо-то в жизни, вот, и в этом смысле фильм шикарный, потому что, ну, там все сравнивают с Ромео и Джульеттой, само собой, да, хотя там не буквально само собой, но тем не менее, потому что, ну да, все как бы понятно, что им надо, и зачем, и почему, и что они вообще хотят. Вот, и все как бы чаяния и нужды, они такие же, как у всех. Вот, и единство человечества тут прям вот иллюстрировано дальше некуда. Я хотела спросить насчет актеров, насколько это профессиональные актеры, которые там снимаются, либо это есть какая-то часть документального кино. Я почему спрашиваю, мы с вами как-то обсуждали фильм «10 лодок», и там снимали реальное племя, как они живут, абсолютно документальное кино. Здесь как дело обстоит с актерами? Ну, по их игре видно, что это непрофессиональные актеры, потому что местами они явно так играют, как бы, ну, как если бы я сейчас вот начал играть, да, вот, наверное, примерно такой же уровень я бы выдавал. Ну, вот, то есть это точно непрофессиональные актеры, ну, потому что на этих островах Вануату там нету киноиндустрии, и там не могут взяться профессиональные актеры. И в конце там, кстати, есть эти благодарности, и там прямо есть благодарность семье такой-то, без которой мы бы никогда не сняли. То есть они просто пришли в деревню, сняли. Но тем более чудесно, что они, в общем, нормально снялись-то. То есть, ну, есть куча фильмов европейских, американских, где актеры играют намного хуже, на самом деле. Ну, просто вот откровенно хуже. А здесь они, по сути, как бы играли себя, свою жизнь. Вот, но все-таки по сценарию, и все-таки как бы вот они отыгрывали, да, ситуация, и, по-моему, получилось очень здорово. То есть, как я себе представляю, как оно вживе происходит, да, так оно примерно и происходит. И там, где у них была некоторая как бы неестественность там речи и так далее, так она и в жизни такая бывает, потому что там напряженная ситуация, да, ну там того и гляди, война начнется, и они как бы чувствуют себя как бы не в своей лодке, как бы, ну, такие как бы неуютно, они будут говорить так деревянно слегонца, и движения у них будут такие не вполне естественными местами. Вот, так что, ну, может быть, не всю жизнь они прям так себя ведут, как там они в фильме показано, но очень близко к реальности. Ну, вообще, на мой взгляд, очень часто бывает, когда вот фильм снимается про какую-то жизнь, вот надо брать людей, которые этой жизнью живут. А если мы берем актера, который пытается изобразить, он может быть профессиональный актер, но он сделает какую-то ерунду, честно говоря. Ну, почему, например, вот в наших фильмах, да, актеры, которые, допустим, воевали и потом снимались в фильмах про войну, они, естественно, смотрятся. У них движение, речь, да, там вот, ну, как бы вот видно, что это вот эти самые люди. А когда вот сейчас снимается, там, через два поколения, они вроде очень стараются, но получается, ну, явно какая-то подделка. Ну, вот, ну, не так себя вели люди, там, 50, там, 70 лет назад. Вот, ну, не такие они. У них и движения не те, и слова не подбирают не те, даже акцент какой-то не тот, да. Хотя, ну, казалось бы, что акцент, там, два поколения прошло, и вроде потомки все те же самые дедушки, которые воевали. Но нет, вот уже не такие. Вот, а когда это какие-нибудь папуасы на острове, если вы возьмете, как бы, других папуасов, ну, а их, как бы, не подделаешь, да, лица-то у них вот те самые, ну вот, они вам не сыграют не себя, ну никак вы не заставите папуаса сыграть не себя, а себя запросто, то есть если ему сказать, ну там детишки, допустим, вначале там бегают, играют, господи, ну они поставили камеру и сняли, как детишки бегают, играют. Ну, в принципе, оно и у нас так же сработает, на самом деле, дети-то всегда лучше всех отыгрывают, потому что они, естественно, это делают. Ну вот, ну и все другие, ну там, кстати, местами видно, что как раз вот главная актриса, которая главную роль играет, она местами более деревянная, чем другие женщины в группе. Потому что другие женщины, они вот делают, что всегда делают. Я так понимаю, они всю жизнь этим занимаются. Вот. А она все-таки должна роль играть. Она должна говорить слова, не какие хочется, да, а какие ей там сценарист прописал. Вот. У нее уже местами как-то немножко натужно получается. Вот. Но, тем не менее, это такие придирки. То есть я говорю, я и так, наверное, не сыграл. Вот. Поэтому для вообще людей, которые, наверное, не снимались никогда, нигде, никак, они сыграли практически идеально. А, насколько я знаю, Джеймс Кук открыл этот остров. Можете рассказать историю открытия ну, острова Джеймс там? Джеймс Кук открыл вообще много чего. Ну, да. Кстати, ну, конкретно Джеймс про Кук этот открыл остров. Вообще далеко не все, что он открыл, потому что он местами плыл по тем местам, где уже какие-то испанцы были, на самом деле. Но испанцы не удосужились это на карту нанести.
да и с другими путешественниками то же самое. То есть вообще большинство вот этих вот островов в Меланезии, в Полинезии открыли или испанцы, или французы. Но французы, они еще как-то дело технично подходили, а испанцы-португальцы, они все секретили, они все скрывали. И потом вдруг неожиданно оказывается, что там на рифе какие-нибудь лежат пушки, допустим, да, или там ядра, которые там в виде балласта сбрасывали, когда там какой-нибудь корабль сел на риф. И эти ядра там на 200 лет древнее, чем известная история как бы открытия этого острова. И кто-то там проплывал, да, вот там эти пушки сбросил. А кто это был, что это был? Ну, может, где-то там в Мадриде в архиве там лежит какой-нибудь трухлявый манускрипт на эту тему, но его никто никогда не видал. Вот. А Кук, он все досконально фиксировал. И дневники Кука — это образец просто описания путешествия. Они такие очень сухие, надо сказать, там все очень методично. День такой, ветер такой, широта, долгота, значит, там прошли столько-то миль. И вот рекомендую взять, оно, кстати, на русском-то издано все, вот, и сесть и прочитать. Там прямо укачивать начинает, когда 30 дней подряд, вот там долгота такая, широта такая, ничего не происходит. Следующий день, и там уже вот прям сам начинаешь плыть по этому океану, и проникаешься, что, ну, как бы очень, как бы немало они там проплывали. И день изо дня, вот они там паруса поставили, паруса спустили, паруса поставили, паруса спустили. Вот, ну и он проплыл уже вокруг света, как известно, ну и не один раз, сколько он там, 3 путешествия у него было. И вдоль плыл Австралии, и южные Меланезийские острова он тоже открыл, ну, Вануату в том числе, и там много-много маленьких островов, вот, а он все это дело картировал. Вот. Ну и, кстати, в фильме там упоминается, что Кук там, о, Кук, как бы. Ну, вот. Но он там вообще во всем этом регионе, австралийском, меланезийском, полинезийском, такая мега значимая фигура. Он был далеко не первый, на самом деле, и не последний, он как бы один из, но он очень ответственно к делу подходил. Вот. Он пытался хоть как-то там наладить контакт с местными жителями, потому что остальные путешественники обычно сразу стреляли, как бы не раздумывая. Вот Кук там тоже не самый мирный был, честно говоря. И согласно описаниям вот не самого Кука, а как бы других, то есть современники были, он там не гнушался тем, чтобы там носы с ушами отрубать, там, кто ему не нравился, там еще что-нибудь такое. Там тоже нравы-то были те еще. Ну вот, и не такой же там миротворец был. Ну, не зря его съели, в конце концов, на самом деле. Ну, вот, ну кстати, не в Меланезии, а съели-то его на Гавайях, но неважно. Ну вот, он тоже отжигал. Но он, по крайней мере, старался подходить к делу как-то ответственно, более-менее мирно, до последнего как бы не встревал в какие-то там стычки и свары, и оставил очень такой впечатляющий след и память по себе, и вот на всех островах, где он есть, про него реально помнят. Вот. Ну, в немалой степени потом еще и английская пропаганда сработала. Потому что уже англичане потом, вот как бы культ этого Кука в немалой степени на, ну, более-менее зависимых этих территориях как бы поддерживали. Ну, чтобы как-то сплотить все вот эти разрозненные группки, там, племена и острова, которые, ну, совершенно между собой никак не связаны местами. Ну, вот. А как-то надо было их вот эту империю объединить. Ну, вот. Ну и Кук им был хотя бы знаком. Вот, ну, он там мало кого убил, по крайней мере, да, и поэтому как-то он типа мирный человек, вот давайте вот как-то вокруг этого Кука объединимся. Вот, поэтому про него знают. А все другие мореплаватели, которые приплывали, они в основном просто приплыли, воду набрали, там кто-то из леса высунулся, они ему в лоб там из мушкета зарядили и поплыли дальше. Ну, вот. И с точки зрения вот этих местных жителей, это было что-то вообще непонятное. Что-то приплыло, уплыло, кого-то прибили, да, что это вообще произошло. Вот, а Кук, он все-таки контачил. И он как-то вот мирно, ну, старался, по крайней мере, это делать. Ну, вот, поэтому и о нем так и помнят. А вы говорите, для того, чтобы лучше понять про племена на острове Тана, можно обратиться к миссионерам. Я так понимаю, что в 19 веке они приплыли на этот остров для того, чтобы распространять христианство, и многие были побиты, убиты и заколоты. А в кино все равно показана такая веселая компания, которая само собой как-то тусуется. Насколько это реалистично сцена показана в фильме? Ну, с миссионерами ведь история такая, что миссионеры тоже разные, потому что они же есть там католики, протестанты сами там какие-то различные, там куча сект еще каких-то. Там больше, мне кажется, хиппи какие-то были, да, разноцветные. Тут же еще такой секрет, что одно дело, когда приплывает миссионер там из Рима, допустим, да, какой-то там профессиональный, и начинает там нести Слово Божие. А другое дело, как это Слово Божие воспринимают местные жители. Вот, а если еще миссионер там умрет, или они его съедят, или что-то с ним там от лихорадки какой-нибудь он умрет, ну вот, ну а там малярия, все дела, или просто там плюнет на все и уплывет обратно, то потом это начинает жить своей жизнью.
И в головах местных жителей все это накладывается на какие-то местные верования, вот, которые вроде как уже неправильно надо их отвергать, но в головах-то они все равно есть. И все это мутирует в какие-то чудесные формы, вот, которые, ну, потом от христианства местами очень далеки. Они искренне считают себя христианами, они строят эти церкви, там кресты, все как полагается, как бы, да, но они там приносят каких-то свиней в жертву, вот, еще что-нибудь такое, вот, у них вот эти пляски какие-то, ну, явно с местными какими-то национальными мотивами, вот, но они уже знают, что надо одеваться, как бы голыми ходить неприлично, вот, надо молиться Христу, само собой, вот, надо там псалмы исполнять, ну, еще что-нибудь такое, вот, и вот антураж, как бы, они во многом берут из христианства, а смысл уже придают какой-то местами сильно свой. Вот. И когда это со стороны кто-то видит, ну, для него это получается как-то уже и вроде и не местное верование, но как-то и не вполне христианство. Вот. Ну, в фильме там действительно они какие-то чуть ли не хиппи получились, но близко к правде на самом деле, потому что этнографические фильмы про вот эти христианские общины на Меланезийских островах, они показывают, что так оно примерно все и выглядит. Вот, и оно превращается в такую самодостаточную ценность часто. Ну, вот на Новой Гвинее, например, они разводят свиней долго-долго, старательно, потом их продают всех, их увозят куда-нибудь там в Индонезию, допустим, да, им платят деньги, они на эти деньги строят церковь и начинают выращивать следующих свиней. Выращивают новых свиней, снова их продают, строят вторую церковь. Причем первая никуда не девается, она так и стоит. Они рядом стоят, ставят следующую. Это такой как бы способ соревнования между деревнями. Вот у нас три церкви, а у вас только две. Фу, типа вы там отстой. А мы крутые, вот у нас больше. И это вот может превращаться, ну как на острове Пасхи они там статуи ставили, да, а тут они церкви ставят. Вот. Ну, на острове Танна там попроще, потому что он все-таки небольшой остров, и там мало с кем можно соревноваться. И там этих миссий-то, может, она одна и есть, я, честно говоря, не знаю. Но, как правило, на маленьком острове она, в общем, одна. Вот. И плюс еще есть все-таки вот эти аборигены, которые не склонны все-таки уходить в цивилизацию, да, и до последнего стремятся жить своей все-таки жизнью. Ну, оно и на Новой Гвинее такие есть, но их таких уже реально немного. Вот. Но это зависит уже от конкретного острова. Потому что, когда группа людей небольшая, там роль индивида очень много значит. То есть вот что ему взгрустнулось и как ему там показалось, как правильно, так оно и будет. Вот он там задает, ну и в фильме, кстати, это тоже показано. Вот у нас был такой закон, да, но мы увидели, что это фигня, и теперь закон будет другой. Вот мы поменяем обычай. Вот он обычай, как бы, да, все обязаны ему подчиняться, но мы вот произвольным образом взяли его, поменяли. Это, кстати, и других сторон жизни касается. На мой взгляд, самый шикарный пример, это у Микул Хамаклая описано, когда он учил язык и спрашивал, как что называется, да, и там спрашивают, как вот это дерево называется, а все такие, о, типа, ну, никто его не называл никогда, да, никому дела не было, вот, или там, может, кто-то называл, а все забыли, потому что там 20 лет уже никто про это дерево не говорил, вот, а Микул Хамаклай спрашивает, ну, надо что-то ответить, они собираются в кружок и решают, а пусть теперь вот это дерево называется вот таким-то словом, а с потолка его сочиняют, вот, ну, так тоже можно, и также и с обычаями, то есть, если, допустим, обычай там какой-то совершался 20 лет назад, и вот дед, который это знал, он умер, да, ну, а совершать надо. Ну, сели, придумали заново. Вот. И это делает культуру дико разнообразной, потому что в этой деревне у них одно, в этой другое. То есть общий мотив вроде как, да, примерно там плюс-минус похож, ну, образ жизни-то одинаковый, а детали отличаются радикальнейшим образом. И даже в близко расположенных областях и там деревнях там, погребальные обряды, свадебные обряды, там еще какие-то обряды, там праздник урожая какой-нибудь, они могут различаться со страшной силой. И во времени все это меняется моментально, да, то есть если, допустим, их там 20 человек живет, ну, сколько там у них людей помирает, да, то есть они помирают там раз в 10 лет в лучшем случае, а скорее всего реже. И когда хоронили последнего, да, что они там пели, песни какие, они уж все забыли давным-давно, 10 лет назад было, вот, ну, придумали новые, вот, и поэтому трудно сопоставлять эти все общества, и трудно восстанавливать историю этого дела. А с другой стороны, это показывает, как и наши предки жили, скажем, там, 5000 лет назад в неолите. Они вот примерно так же и жили. Ну, только не в тропиках, да, немножко потяжелее им было. Там не пальмы росли, а елки. Ну, вот. Но тоже было много-много маленьких каких-то деревушечек, ну, которые по нынешним меркам даже деревня толком не назовешь, да, хутора фактически. Вот. И тоже они творили какую-то дичь. И тоже у них там были какие-то странные, непонятные обряды, которые то и дело менялись. Ну, вот. И когда могильник находят неолитический,
Там все погребения разные могут быть. Вот тут, казалось бы, вот он один могильник, да, там расстояние там, 100 метров максимум там, у него поперечники, а каждая могила от другой отличается. Потому что этот умер тогда, этот тогда, и этот было, не знаю, там 20 лет, а этому было 30 лет, и уже обряд другой. Это мужчина, это женщина, это ребенок, это взрослый, этот там женатый, этот не женатый, этот там двух врагов убил, а этот пять. Ну вот, и уже там обряды отличаются. Ну вот, и вот в фильме, в принципе, это видно. То есть тоже как бы, а вот что там по обряду, вот, ну, по хоррору вообще положено мстить, как бы, да, ну, как-то бы воевать вроде как и не хочется, тем более нас там 10 человек всего, да, если мы войну устроим, ну, как бы тупо всех поубивают, ну, вот, ну, значит, надо брак заключить. Последний раз такой династический, ну, опять же, этот умиротворяющий брак совершали там бог знает когда, ну, вроде как надо, она вроде как не хочет. И вроде убежали, и вроде мы их и ловим, ну, и этому товарищу-то, главному герою, там, надавали, как бы, да, но тут же легли спать все рядышком, и как-то вроде и никого и не злиться. А тут они встали и убежали, там, через какую-то дырку в потолке, вот, а эти, значит, противники вроде как и согласны на мир, да, тут же принесли свинью, то есть вроде как общий пир, да, но тут же ходят с суровыми рожами, говорят, мы всех поубиваем, ну, вот, и бегают с палками, значит, за этим главным героем. Ну вот, но вроде как в конце говорят, что а мы согласны как бы на мир, и уже нам эта никакая невеста не нужна. Ну, она там траванулась грибами, грибочками, да, и как-то мы уже просто хотим мирно жить. Ну вот, и это все меняется моментально. Ну, в немалой степени, кстати, поэтому всяким путешественникам бывает трудно договориться с этими аборигенами, потому что у многих вот этих путешественников создается впечатление какой-то вот такой вечной неустойчивости, то есть логику трудно найти. То есть как с ними договариваться, да, если у них мнение меняется постоянно. А с точки зрения аборигенов все логично. Потому что, ну, вот обстоятельства поменялись, да, вот невесты нет, ну, значит, как бы делаем по-другому, как бы, ну, потому что это практично, так и надо. Что там, занудствовать, и вот там какой-то закон у них нету, там Талмуда, да, в котором все будет по пунктам расписано. Захотели, так сделали, захотели, сяк. Вот. Ну, и вот в фильме это передано, на мой взгляд, очень шикарно. Тем более, что количество и лиц-то действующих там раз-два общался. Вот, и, кстати, подобрано здорово, потому что их хотя бы отличить можно друг от друга. Вы говорите, что, глядя на них, можно сказать о том, как жили люди 5000 лет назад. Для меня было огромное потрясение, когда я узнала, что этот фильм оказывается про конец 20 века. Получается, они до сих пор живут в таком законсервированном состоянии, и у них никак развитие не происходит, цивилизации. Ну, развитие, конечно, происходит. Там главный герой с самого начала с мачете, с железным бегает, на самом деле, если присмотреться. Ну вот, и там, да, начинается, кстати, когда фильм, там вроде впечатление, что это, ну, какой-то прям дикий остров, а потом показывается вот эта миссия с жестяной крышей, да, и как-то становится очевидно, что, ну, это как бы не древность никакая, а прям-таки современность. И такие группы есть. Их немного, но как раз вот в Меланезии, в Вануату, такие есть. Ну и, кстати говоря, что чудесно, по опросам, ну а такие проводились, на удивление, даже в таких местах, именно жители Вануату, ну я не прощу, что именно острова Танна, но вообще как бы Вануату государство, самые счастливые люди на планете. То есть когда ты живешь и как бы не зависишь от всей этой цивилизации, там телефонов, да, там какого-то расписания, расписание там электричек, вот мне там бежать надо, допустим, да, срочно там куда-нибудь, интернета, зарплаты, отчетов, налогов, там еще чего-то такого, ну, как бы человек становится счастливый. И даже при том, что у них хроническая война с соседями, и там кого-то могут убить только потому, что он вот, живет в соседней деревне, все равно уровень стресса меньше, оказывается, чем у нас. Ну, они и живут, правда, там лет по 40, наверное, от силы, но там пара детков все-таки есть, там бабушка у них там есть, как явление природы. И они хорошие, счастливые люди. И многие такие группы, они вполне сознательно живут вот такой вот жизнью, как бы вне цивилизации, потому что они видят, что цивилизация, ну, как бы не всегда приносит так уж много счастья. Ну, и в фильме, кстати, это тоже есть, когда вот они там пойдем к христианам, да, пришли к христианам, посмотрели, что-то с этими ребятами не то. Ну, нафиг, как бы, да, лучше в лесу жить. Вот, ну, там где-то своровали бананы, там настреляли птиц. Красота. И многие так сознательно живут. Вот. А те, кто все-таки в цивилизацию вливаются, у них иногда развивается зависть. Это вот самое такое разъедающее чувство. Все к нему подвержены, так или иначе, да. Но вот бывает, и возникают какие-нибудь там эти карго-культы. Ну, это не на Танне, правда, но на всяких Меланезийских островах сплошь и рядом есть. Когда аборигены видят, что есть белые люди, да, особенно там во время Второй мировой войны это там расцвело, и вот приплывает большой железный корабль, у них какие-то ништяки, там жвачка, да, какие-то железные ножи, топоры, там телефоны, опять же, там, ну, во Второй мировой там телефон еще, допустим, не было, а сейчас уже есть, и ну, куча всяких вещей, там одежда, да, там бумага, вот. А мы это сделать не можем, вот сидя на острове, да, там среди пальм,
Мы не можем это все создать, даже железку мы не можем сделать, потому что тупо руды нету на этом острове никакой вообще. Вот. И как это получилось? Ну, очевидно, магия, как бы. Да? У белых людей есть какая-то крутая магия, которой у нас нет. Значит, нам нужно постичь эту магию. Мы спрашиваем, они говорят, нет никакой магии, это мы вот сделали сами, но объяснить ничего не могут. Ну, тем более, что объясняют и морячки, которые сами это ничего не делали. Их спрашивают, вот покажи, как сделать нож железный. Он говорит, я не умею. Вот. Ну, то есть, конкретный морячок, он, правда, не умеет делать железные ножи. Но с точки зрения папуаса он не хочет сказать. Он типа отговаривается, а на самом деле у него есть секретная магия. И если повторять все действия вот этих белых людей, то можно овладеть этой магией, и у нас будут все эти ништяки. И вот они начинают там строить какие-то аэродромы соломенные, там эти самолеты из палок, да, там еще ходить там строим, тоже с палками, как с ружьями, потому что вот американцы так делали, и у них ништяки есть. Значит, мы так будем делать, у нас тоже это появится. Вот, и вообще, потом американцы, значит, собираются, ну там японцы победили и уплывают куда-то. Вот, и возникает идея, что они же наверняка вернутся и привезут нам ништяки. И привезут вот это самое карго, как бы груз. И надо просто вот выполнять обряд. И они стараются это делать. Вот. Но некоторые этому подвержены, и вот в этот бред как бы уходят, и эти карго-культы до сих пор местами, на удивление, существуют. Ну, уже в таком выраженном виде, но они в какой-то момент вот, в 40-е годы расцвели прям со страшной силой, потом потихоньку исчезали, исчезали, но местами до сих пор такое есть. А как бы местами они наоборот смотрят, что ну вот эти вот морячки приплыли, да, все там пьяные ходят, дерутся, скандалят. Ну, у них есть, конечно, там офицер, который их строит, да, но тоже он какими-то там не сильно добрыми способами это делает. И ну его нафиг, как бы, да. Ну, у них есть, конечно, все эти вещи, а счастье-то им не приносит это все. И зачем нам это надо? Нам этого не надо. Вот, мы лучше будем жить вот по этому закону. Ну, там какое-то слово они используют в этом фильме, ну, это там, понятно, местное какое-то слово. Ну, вот, по обычаю. И как бы жили 1000 лет на острове, да, и будем жить дальше так же. Вот. А то, что у нас там какая-нибудь война, ну, она всегда была, как бы, да, а эти-то вообще моряки, они же военные, да, единственное, что мы видели, что они там топили друг друга, да, и там стреляли там, ну, нам это надо, там, на танке приехали на каком-нибудь, да, там, зачем? Мы лучше будем выращивать свои эти ямс какой-нибудь и прекрасно себя чувствовать. Я так понимаю, судя по фильму, у них на острове некий культ соломы. У них юбки из соломы, жилища из соломы. Хотя, мне кажется, это настолько непрочный материал, и он легко может загореться. Откуда такое поклонение соломе? Ну, нет, он не культ соломы, это просто самый эффективный и самый доступный материал, действительно. Но она на самом деле не солома, это пальмовые листья чаще всего. Ну да, сушеные растения, а из них же что угодно можно сделать. Он, кстати, там плетет где-то в каком-то месте в фильме какую-то эту плетеночку. То есть можно сделать там сети, дом, одежду. Ну, одежда там не сильно нужна. Там, кстати, тоже замечательно видно, что старшие женщины, которые, видимо, вот такие аборигенские-аборигенские, они там вообще не стесняются ни разу, что они там не очень одеты. Да? А главная героиня, она, видимо, уже какая-то более цивилизованная, она как-то уже такая прикрытая. Вот. Но одежда-то, в принципе, не нужна на самом деле. Это жаркий остров, и как бы, ну, она есть как бы так для приличия, но как-то вроде не обязательно. Вот. А там орудие как бы не богато, прям скажем, ну, там есть момент, где он приходит на делянку, типа, вот это участок твоего отца, и здоровенной такой палкой, да, начинает ковырять землю. А это же так и есть, это прям вот этнография в чистом виде, у них все. И не похоже, что до них цивилизация дошла, судя по этому. А и не надо, потому что производительность не сильно высокая, а другое не нужно, и у них весь сельскохозяйственный инвентарь укладывается вот в эту вот палку здоровенную, вот этот ком, он втыкается в землю его, знаешь, там раскачивает, комья земли выворачивает. Ну, по задумке, это должен не один человек так делать на самом деле, а несколько. То есть они выстраиваются в ряд и ковыряют. Ну, там, поскольку людей в группе мало, да, вот он там один это делает. А сзади должны ползти на карачках женщины, а за ними должны ползти детки и ручками все это размалывать. Вот эти большие комки земли просто руками разламывать в пыль. Ну, женщины на большие кусочки, да, детишки уже там сидят в пыль, и получается идеальное земледелие. То есть все сельскохозяйственное орудие – это вот одно бревно, как бы палка, вот этот кол здоровый. Вот, а как бы земля родит, как бы урожай есть, что еще надо. Вообще отлично. И кроме вот этой вот, ну, условной соломы, действительно больше ничего особо и не нужно. А вот вы говорите, что им особо не нужна одежда из-за того, что там такой хороший климат. А как же ядовитые змеи, опасные насекомые, как от них защищаться? Это Меланезия, там нету особо ничего, там фауна очень бедная.
Там опасная фауна в основном в воде, на самом деле. Ну, какие-нибудь там медузы, какие-нибудь рыбы там ужасные эти ядовитые, еще что-нибудь такое. Ну, вот. Но, во-первых, они все это знают, и обычно для местных жителей вот какие-то там эти ядовитые пауки и змеи, ну, они вообще, ну, параллельная реальность как бы. Ну, где-то они есть, да. Вот. Ну, у нас тоже есть ядовитые змеи, гадюки. Ну, вот я не знаю, вы там на какую-нибудь дачу там или куда-то выезжаете за город, вы прям боитесь гадюк. Но они есть. Кто-нибудь вообще видел гадюку? Я вот сколько живу и каждое лето мотаюсь по каким-то странным местам в экспедициях, ни разу в жизни не видел гадюку. Уже и видел, вот гадюку не видел. Вот. Я даже лягушек боюсь. Ну, их можно бояться, да, но вообще они как бы, они даже съедобные, более того. Вот. Но жители таких вот экзотических мест, они на это не особо не обращают. Ну, крайне показательно, что, например, у австралийских аборигенов они чего только не боятся. Они боятся духов, они боятся соседей, они боятся своих соплеменников. Там больше всего они боятся женщин своего племени. А вот в этом списке, что ужасное, никогда не фигурируют ядовитые змеи, ядовитые пауки. Вот, ну, я вот в этих рассказах, как бы, да, этих переписанных, естественно, ни разу не встречал. Вот, поэтому, ну, есть, да, вот там грибы ядовитые, тоже в фильме же они участвуют. Вот, ну, дедушка сказал, вот эти вот не ешь. Все, как бы, опасность исчезла. Вот, ну, кто-нибудь траванулся, на его примере все узнали, что гриб ядовитый, да, теперь все знают, что его есть не надо. Вот, ну, там вот в море бывают проблемы. Но, опять же, практика показывает, что это волков боятся в лес не ходить. У нас тоже волки есть. У нас бродячие собаки могут порвать, он даже в городе, в принципе. Ну и регулярно кого-то такие кусают. И даже убивают иногда. Но как бы это естественная такая опасность. И она минимальная на фоне того, что бывает на материке. Вот, поэтому для них это просто элемент окружающей действительности. Ну вот мы с вами, да, живем в Европе. Вот у нас, ну, причем такой российской Европе, у нас есть снег. С точки зрения каких-нибудь этих папуасов с острова Вануату, с острова Танну, в смысле, снег — это гораздо большая проблема. Как вы там живете в сугробах, да? Ну, если бы они вообще знали про снег. Это же холодно, да, это же надо каждый день топить, это же надо заморачиваться, какие-то там дома строить, печки и так далее. Как вообще так можно жить? Я с ними полностью согласна. Ну вот, тем не менее, как-то живем, и цивилизацию даже построили. Ну, не лично, может быть, но предки такие одолели все эти проблемы. Вот, а может, даже это и сподвигло к чему-то. А с другой стороны, поскольку у них как бы жизнь-то близка к идеалу, и как бы климат идеальный, да, опасностей фактически нет, ну, кроме соседей, с которыми так или иначе все равно может договориться. Ну вот и дальше развитие особо не идет. Ну вот, поэтому они и живут в лесу, в соломе, потому что у них все отлично, у них вся жизнь удалась, и никакого как бы вот толчка к развитию у них нет. Ну и потребности минимальные, да, и возможности вот полностью покрывают эти потребности. Все, на этом идея кончается. Смотрите, вы сказали про дедушку, который сказал своей внучке, не надо есть грибы, они ядовитые. Она съедает цикаду и предлагает своему дедушке. Я так понимаю, у них культура питания, конечно же, очень сильно отличается от нашей. Можете рассказать поподробнее, чем они питаются? Ну, с питанием у них все очень бедно, как правило, на таких островах. Поскольку фауна мизерная, ну, птицу он там даже где-то стреляет в конце, этот главный герой. Ну, вот, но птиц тоже немного, и они, как правило, небольшие на самом деле. Есть рыба, он, кстати, рыбу тоже стреляет из лука, но 99% питания — это корнеплоды какие-нибудь, или там корнеклубни, там что-то такое, ну, ямс, ну, либо там бататы, либо ямс, либо еще что-нибудь такое из этой серии, там какая-нибудь кассава, маниока, там что-то такое. Вот, и, кстати, у них это тоже там присутствует, собственно, в фильме. То есть, причем сельскохозяйственная как бы система-то простая, делаются грядки, туда запихиваются эти корешки, и забывается там на сколько-то времени, пока оно само не вырастет. Потом оно само вырастает, его собирают. Вот. И, в принципе, можно даже плюнуть как бы и забить. Ну, главное, там эти сорняки немножко там выдергивать. Вот, оно растет само. И все, есть вот эти вот клубни. Ну, они, правда, сплошь и рядом какие-нибудь ядовитые бывают. Но если это уметь обезвреживать, там, промывать, жарить, там, варить как-то, да, то и нормально получается. Вот. И у них почти сугубо углеводная диета, на самом деле. То есть почти исключительно вот эти вот крахмалистые всякие клубни. И часто они, кроме бататов, ничего не едят. Допустим, на Новой Гвинее, вот из описания очевидцев, они едят всю жизнь батат.
и спрашиваешь, чем там завтракал? Бататом, обедал чем? Бататом, ужинал, а еще что такое ужин, как бы, да? Ну вот, или там их там пытаются чем-то угостить, они там в рот берут и там кривятся, да, там, то есть любой другой вкус, чем кроме батата, это что-то неприятное, отвратительное. Вот, ну, по праздникам, по большим, могут зарезать свинью. Ну, свиньи, кстати, там весь фильм там бегают под ногами, ну, такие свиньи диковатые, такие длинноногие, шустрые. Ну и где-то они даже и убивают эту свинью, это вот как бы в знак мира, ну в данном случае, да, а может быть также в знак там свадьбы, в знак еще чего-то, ну потому что кроме свиней, собственно, ничего особо другого и нет. Ну на разных островах может отличаться, где-то еще могут быть в качестве мяса собаки, ну довольно регулярно на самом деле, крысы полинезийские какие-нибудь, неплохо. Это тоже отличное мясо, ну вот, но тоже где они есть, ну в фильме нету, но по факту бывает. Куры куда довезли, вот, но их немного где довезли, потому что по пути тоже есть хочется. Ну, на остров-то плыть надо, как бы не рядом. Но чаще всего все-таки куры так или иначе есть. Да и как бы и все. Ну, вот, ну, может, что-то я забыл, но вот основная еда такая. Ну, в недавнем прошлом еще соседи тоже мясо в своем роде. Но на маленьких островах там особо как бы не разгонишься с соседями, потому что их просто немного и нас немного, да, поэтому если мы начнем активно воевать, ну, нас тоже всех поубивают. Но хотя местами это доходит до каких-то таких ожесточенных уже ситуаций, известные прецеденты, когда жители середины острова, которые в поперечнике несколько километров, никогда не были на берегу, а жители берега никогда не были в центре. Потому что это два разных племени, и они друг друга не любят. И если кто-то, житель центра, да, пойдет на пляж покупаться, то его там просто съедят. Ну вот, и тот, кто в центре сидит, то если захочет там фруктов нарвать там на дереве, да, куда-нибудь там к центру пойти, его тоже съедят. А сколько между ними километров? А расстояние это может быть там полкилометра, то есть и это они, вот глазом видно. И они вообще не передвигаются. И они могут не контактить между собой, то есть, ну, может, там не километр, конечно, но там, не знаю, несколько километров, да. А острова-то маленькие на самом деле. Ну вот, и вот они вот, для них это непреодолимое расстояние получается. Ну, на самом деле, оно и в нашем прошлом, опять же, часто так было. Если посмотреть, он для меня в своем роде тоже шок такой был, культурный. Ну, когда читаешь там про древнюю Грецию какую-нибудь, да, про древний Крым там и так далее, и там, вот там великие походы там на гигантские расстояния. Приплываешь в город Керчь. Вот стоит Керчь, и в пределах того же самого города Керчи есть Пантикопей, это как бы один город, и Тиритаки, другой город. А судя по источникам, они там столетиями ожесточенно воевали. А сейчас там троллейбус ходит между ними, вот так вот, там две остановки. И пешочком, ну я зашел за полчаса, по-моему, я прошел между ними расстояние. Ну вот, а они воевали столетиями. Вот, и там тоже читаешь, что вот там какие-то орды скифов там прибегали из степи. Я это расстояние прошел за час, по-моему, что ли. Ну вот, и где там эти орды скифов помещались, как бы, вот, ну там места-то нету, как бы, да, вот там вот одно море, другое море, как бы. Ну вот, и там вот пограничное, там это вот мы копали. Этот артезиан, ну и сейчас там копает винокуров. Пограничная крепость, значит, которая оборонялась от этих скифов. Там расстояние-то все, вот его видно, это море, глазом, как бы, где там эти... То есть скифов там было сколько-то человек, да, в этой крепости сидело сколько-то человек. Ну вот, а когда это еще и остров в океане, когда это не просто полуостров Крым, да, где, ну, все-таки там из степей кто-то может прибежать с материка, а когда это остров в океане, то там вообще как бы не разгонишься. Вот нас 10 человек, их 10 человек. И тогда может быть расстояние реальное там в пределах видимости, и при этом они живут как в двух разных мирах и не общаются практически никогда. Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским. Фильм был снят режиссерами-документалистами Мартином Батлером и Бентли Дином. Последний провел 7 месяцев со своей семьей на острове Танна, снимая картину. Актерами фильма выступили реальные жители деревни Якель, имена которых решено было не менять. По признанию жителей, принявших участие в съемках, актерская работа не показалась им сложной, ведь все, что они делают в фильме, они делают и в повседневной жизни. На роль танийского Ромео был выбран Дейн, так как он считался самым красивым мужчиной в деревне. В фильме герои говорят на языке юго-западной Танна, а также языке Квамера, который распространен на юго-востоке острова. По фильму шаман племени – один из уважаемых и мудрейших людей, который передает послания богов и различные знания своему племени именно через песнопение. Можете рассказать, в каких они вообще верят богов и почему именно песнопение постоянно присутствует в их каких-то обрядовых ритуалах?
Ну, у них как таковых богов, вот в нашем смысле, строго говоря, и нет. У них есть духи. И духи очень такие конкретные, сиюминутные. То есть дух вот этого дерева, есть дух вот этой лодки, есть дух вот этого там батата, причем даже конкретного, может быть, батата. Ну вот, ну или там бататного поля, причем не какой-нибудь, а вот именно этого поля. А вот на том поле уже другой дух. Вот, и каких-то вот таких богов, ну, в таком христианском, каком-то там мусульманском, да, иудейском варианте, глобальных, монументальных, их, строго говоря, в общем-то, и нет. Ну, в принципе, опять же, у наших предков примерно так же, видимо, было. Ну, откуда достались нам всякие там лешие, домовые, да, вот какие-то непонятные духи природы такие низшего звена. Там банник, сенник, овчинник, овинник, в смысле, и там еще какие-то там полевик. И вот у них примерно то же самое. И конкретный дух является во сне вот этому шаману. Ну, в некоторых местах он еще для этого может там какой-нибудь кавы выпить, еще что-нибудь там понюхать, сожрать. И ему приходит дух тут же, ну или так просто приходит. Вот. А он потом это дело транслирует. И вы никогда не добьетесь, ему реально как бы что-то там причудилось и приснилось. Или он просто как бы соплеменникам это говорит, чтобы достичь каких-то своих целей. Ну, скорее всего, пополам примерно, в разных ситуациях по-разному. Вот. А уже конкретный набор вот этих вот мифологий, как бы, да, он очень сильно будет меняться от деревни к деревне и от конкретного человека к конкретному человеку. То есть даже в пределах одного племени они могут по-разному как бы это немножко себе представлять, потому что нету какого-то свода законов, когда бы было вот прописано, да, что вот есть дух такой, есть подчиненный, а поскольку у них и система такая не шибко-то иерархическая, то есть нету вот такого жесткой иерархии в социуме, потому что социум маленький просто, да, и там нету каких-то однозначно там главных людей, не главных людей, то и духи, они тоже не стратифицированы. Нету верховного божества, низовного как бы божества, потому что этой идеи как бы вот стратификации может и не быть. Ну, кстати, у разных групп это тоже не одинаково, скажем, там папуасские племена, они вообще эгалитарные, там все равны. А какие-нибудь меланезийские бывают очень жестко стратифицированные, у них уже, наоборот, там есть знать, как бы, подчиненные, там бывает как бы не одинаково. Ну, вот. Но в итоге получается дикая мозаика, жуткое разнообразие. Это очень сложно для описания, когда вот какие-нибудь там эти миссионеры очередные там приплывают, ну и некоторые просто все это в печку как бы, да, и вот христианство все единственное верное, а некоторые пытаются как-то зафиксировать и записать. Ну, вот. И получается какой-то такой дикий калейдоскоп, в котором потом найти концов очень проблематично, тем более оно еще и меняется. То есть следующий миссионер, приехавший там через 20 лет, он запишет уже другие байки с большой вероятностью, потому что, ну, это будут даже дети тех, кто вот рассказывал предыдущему миссионеру, но они уже расскажут по-другому, потому что он что-то там помнит. Ну, вот как, я не знаю, там сказку про Колобка, да, там если 10 человек спросить, какую конкретно песенку он пел, ну, вам 100% будет 10 вариантов, там, по мелочам что-то будет отличаться, потому что нету узаконенной, там, песни Колобка, да, в каноне, там, как гимн какой-нибудь, да, что там вот это слово обязательно такое, а не другое, или там былина, опять же, какая-нибудь. И здесь в еще большей степени, потому что и групп много, и языков много, язык меняется еще, и каждый человек немножечко что-то свое. Вот, но поскольку какой-то порядок минимальный нужен, то все, да, примерно слушаются вот этого шамана, ну или вождя, или как его там назвать, да, даже слово вождь там не очень даже применимо, честно говоря, потому что, ну просто он самый опытный, он пожилой, он старый, и он до сих пор как бы рулил, и в принципе все получалось хорошо, да, то есть его советы, они значимые, потому что они по факту приводят к лучшему эффекту. Вот, и его слушаются, он говорит, вот там, давайте не будем мстить, там, не будем их убивать. И всем прям хочется, там видно, все там прыгают, да, и прям вот хочется взять дубину и пойти там навалять им. Вот, но все понимают, что он правду говорит, в принципе, он разумные вещи-то произносит. Вот, а то, что он там духом обращается, ну, это придает как бы такую легитимизацию, что это не я придумал, да, это как бы духи сказали, это значимее. Ну, потому что если просто я захотел так, а я захотел так, да, и почему твое мнение значимее? А когда дух сказал, ну, все-таки это как бы круче. А через песню оно лучше доносится, потому что это объединение. Потому что когда просто кто-то что-то сказал, ну, оно из головы как влетело, так и вылетело. Ну, я не знаю, школьники, студенты, тому живой пример. Им там можно 20 раз повторять, да, все равно потом на экзамене спрашиваешь, ничего повторить не могут. Вот. А если все хором спели песенку, ну, оно как-то лучше заходит. Вот. Ну, песенка, она ложится все-таки
эффективнее, потому что ну, там минимальная какая-то рифма, ритм есть, да, там какой-то строй этой песенки. И сообща все это делают. То есть он же тоже говорит там прямым текстом: давайте, подпевайте мне, что вы молчите, да, вместе споем. Ну, они так вроде не сильно им хочется, но как-то вроде надо, да. И вот спели, и как-то вроде и жизнь наладилась. Они чувствуют сплочение. Они понимают, что они одно целое, они общество, да, все-таки племя, что это не набор каких-то отдельных личностей. И через это они сильны. И получается, что вот мы все-таки такие, а вот эти другие. И мы должны делать правильно, даже если нам это не очень хочется. Вот. Ну, чем, кстати говоря, земледельцы, даже ранние примитивные, а здесь вот самые примитивные земледельцы из всех, какие только есть, вот, существенно отличаются от охотников-собирателей. Потому что у охотников-собирателей тоже что-то подобное, конечно, есть, но в гораздо меньшей степени. И там каждый человек гораздо более индивидуален. То есть если бы это были охотники-собиратели, там никакой вождь бы их не заставил спеть песенку, да, они бы сказали: да ну нафиг, как бы, я хочу этого убить, как бы, врага, потому что он убил там моего там папу или там дедушку, да, и пойду и убью, как бы, и вообще он там спрашивать даже не будет, даже разговор такого не возникнет, он просто пойдет и убьет, вот. Ну, с одной стороны, каждый человек у охотников, получается, чувствует большую ответственность и более индивидуален и более значим, да, и соображает лучше. А с другой стороны, общество получается более раздерганное и проигрывает, а земледельцы выигрывают, потому что они могут поступать не как хочется вот мне эгоистично, а как надо коллективу. Вот. Ну а наш вариант такой уже цивилизованный, да, это примерно то же самое, только в гораздо большем масштабе. И у нас уже появляется там писанный закон, там юристы, опять же там власть, милиция, там ОМОНовцы с дубинами, да, еще там суды. И там все прочее, которые как бы это все держат в порядке, и там армия, в конце концов, да, чтобы там против соседей как бы порядок наводить. И общество получается уравновешенное, устойчивое и стабильное, и оно работает в гораздо большем масштабе. Ну, то есть, когда миллионы людей, не знающие друг друга и с какими-то своими хотелками, их сложно собрать вместе, но для этого нужен какой-то вот объединяющий мотив. Ну, для начала песенка. Вот для начала можно спеть. Ну, у нас то же самое, да, гимн. Давайте все петь гимн. Вот. Ну, у меня-то в голове советский еще, я вот нынешнего как бы не особо знаю. Вот. И, но тем не менее, вот как вот мои детишки уже не знают советского, да, про партию Ленина, а новые знают. И вот уже как бы общество вроде как и вместе поем одну песенку. Многие события в фильме происходят на вулкане, возле кратера вулкана. Я так понимаю, что это вулкан Ясур. И есть ли, видимо, какой-то культ поклонения ему, если туда постоянно ходят люди, проводят много времени, смотрят на него, и возле него куча каких-то событий происходит? Не, ну они не то чтобы много времени проводят прямо на краю вулкана, а там в фильме-то тоже видно, что, ну, это все-таки некоторое событие. Потому что, ну, смысл просто так вот между делом затащиться на этот вулкан, ну, он высокий, каменистый, да, как бы не опасный, но это очевидный центр острова. И это все-таки что-то мега резко выделяющееся из окружающего пространства. То есть там вокруг-то джунгли тропические, да, а вулкан, ну, это совсем другая ситуация. Это камни, лава вот эта булькающая без конца, там дым какой-то ядовитый. И, ну, всем очевидно, что это что-то сверхъестественное. Ну, это вот бог в чистом виде, то есть его даже называть, в общем, не обязательно, потому что, ну, это даже не там изображение бога, а это вот он и есть, как бы в чистом виде, да, вот можно на него посмотреть, ну, вот, ему даже молиться не надо, потому что, что ему молиться, вот он как бы по центру острова стоит. Поэтому у таких вот жителей этих вулканических островов, естественно, вулкан занимает центральное положение, потому что он буквально занимает центральное положение. Ну, тут как бы не фигурально, ничего, а вот тут по центру стоит, булькает, того и гляди, там бабахнет, так что всех снесет. Ну, и причем то, что он может бабахнуть и снести, они прекрасно знают, естественно, потому что регулярно что-нибудь такое где-то хотя бы на соседних островах происходит, а иногда и у них, собственно, там лавовый поток какой-нибудь вытекает. Вот, так что к чему это может привести, они прекрасно знают. То, что они против этого ничего не могут противопоставить, они точно отлично знают. И, естественно, вулкан — это центр мироздания. Ну, он самый, что есть, вот как я говорю, буквальный центр мироздания. Это круче, чем у нас Кремль какой-нибудь, который тоже может булькнуть, как бы, да. Но Кремль, он где-то как-то, да, ну, если вот там, я, допустим, в Чите жил, ну, для меня Кремль, там, Москва, ну, такое полумифическое какое-то место. Ну, я даже там был, в принципе, да, там, с родителями-то ездили, там, сколько-то раз. Но для большинства жителей окраин,
Москва — это, ну, что-то где-то есть, какая-то Москва, да, где она, что это такое вообще, бог его знает. Вот, а там ты как бы не отвертишься, там вот оно над головой торчит каждый день, этот дым идет. Вот, поэтому для них это, естественно, центральная часть всего мироздания. Поэтому и там и мифы, и все, они так или иначе как бы вокруг этих вулканов вертятся. Ну, и не только на Тайне, а вообще как бы на всех этих островах. И сплошь и рядом у них космогонические мифы о происхождении, так или иначе, завязаны на вулканы. Ну вот, что там первое, что появилось из воды, это вулкан, ну, что оно иногда прям зримо появляется, там бабац и вылезает вулкан из воды. Ну как бы, вот если оно так происходит, ну очевидно, и что характерно, ведь так оно и было, потому что острова-то вулканические, они так реально и возникли. Ну вот, так что тут даже и научный, по сути дела, подход. Ну вообще, на самом деле, всегда, когда вот про такие племена речь идет, у них мифология и реальность, они не разделены. То есть, с одной стороны, понятно, что они там из головы тоже сочиняют все, а с другой стороны, для них лично, вот, ну, в голове, это элемент реальности. И они не разделяют как бы духов и не духов. То есть, с одной стороны, они жутко практичные, потому что у них вся жизнь завязана на какую-то вот деятельность такую вполне себе, да, там что-то они плетут, там лодки делают, там луки и так далее. А с другой стороны, духи от этого не отделяются. То есть, у современного человека есть отдельная как бы просто жизнь, а отдельная религия. Ну вот для меня, допустим, всю жизнь было удивление, что есть археологи, которые верующие археологи, то есть они копают там какой-нибудь палеолит, да, с мамонтами, и тут же верят, что Земля создана 7 тысяч лет назад, и там первые люди были Адам и Ева. То есть вот вы их находите, этих людей, да, древних, какие Адам и Ева, как бы, да. Но вот в голове как-то это помещается, но это раздельно. Вот религия отдельно, наука отдельно. А такой вот человек на острове, он гораздо более цельный. Для него это ни разу не отдельно. Для него вот он дух, как бы, ну вот посмотри, как бы, вот он стоит и булькает, как бы. Там дух батата, ну как бы, вот он есть. Вот батат, ну съешь его, как бы, да. Вот песенка, вот она песенка, я ее лично пою. Вот, и у них нет разделения какого-то отдельного духа, отдельного там, ну как в христианстве там душа и тело, да, и там заморочки, давайте там сидеть в монастыре и там 2000 лет рассуждать на тему того, что такое душа, как она соотносится с телом. У этих первобытных товарищей, ну, даже не таких первобытных, да, простых, скажем так, у них нет этого разделения. Вот, то есть душа и тело — это одно и то же. Вот мы убили человека, нет души, да. То есть, а то, что она там может там куда-нибудь переселиться и так далее, ну, тоже как бы очевидно. Вот мне же приснилось, там дух приснился, ну, значит, он есть. Ну, что-то же приснилось, а что приснилось? Дух, как бы он и приснился. Ну, еще там был забавный момент в фильме со сценой, где, значит, человек полуголый, который бегает там с палкой, показывает фотографию с Филиппом и Елизаветой и говорит, что они были знакомы. Это, я понимаю, что какой-то выдуманный, наверное, выдуманная история. Запросто и невыдуманная. Я, кстати, реально допускаю, что это прям вот этот человек реально был, и фотография вполне настоящая, даже не поддельная. Потому что англичане, ну, они же колонии-то дофига имели, и они регулярно привозили каких-нибудь местных там вождей в Англию, чтобы показать им величие империи, чтобы показать вот этим всем племенам, что они живут в какой-то все-таки большей общности, и что не надо резать друг друга, а надо какую-нибудь там кокосовую копру собирать и отдавать англичанам, потому что англичане-то круты, вот, и они велики и могучие. Ну, потому что когда приплывает, опять же, какой-нибудь капитан Кук и рассказывает, что где-то есть там какая-то великая королева, да, которая вот всеми вами правит. Ну, это какой-то ля-ля, кто такая королева, да, у них понятий таких нету. Ну, вот, а когда его лично привезли в Англию, нарядили во фраг, да, дали там поздороваться за ручку с там королем или королевой, он видит все вот эти дворцы в Англии, ну, слава богу, там как бы это все правда от души понастроено, его там провозят на какой-нибудь карете там по главному проспекту, ну, вот, ну, или там на машине, если это 20 век, ну, он как бы проникается, что да, елки-палки, как бы, ну, вот мы на острове, да, а на самом деле есть другой мир. И англичане это регулярно таки делали. То есть это как бы не то, что придумано. Я, кстати, не знаю, как на самом деле, но не исключено, что конкретно вот этот человек, который снимался, что действительно он был в Англии, и что фотографии вполне себе настоящие. Запросто такое может быть. А как вообще коренные жители острова относились к колонизаторам? Ну, как правило, как к какому-то глюку. Ну, насколько это можно судить. К инопланетянам? Ну, примерно как-то так, да. То есть какие-то непонятные личности появились, что они хотели, как бы не вполне очевидно. Вот. Но это зависело уже в значительной степени еще от того, как колонизаторы к ним относились. А там, смотря кто приплыл. Вот. То есть кто-то просто хотел там набрать воды, да, кто-то хотел ограбить, ну, хотя что-то с них там брать вроде как особо. Вот. Ну, всегда есть что взять. Вот.
Кто-то просто там скандальный был, кто-то там Рома перебрал. И отношение было не одинаковое. Другое дело, что и жители были не одинаковые. Потому что были какие-то там агрессивные, были неагрессивные, были такие недопонимания. Допустим, сплошь и рядом на островах у них собственность общественная. Ну и личной собственности особо как бы и нет, да, то есть у него там вот этот кол, ну, в принципе, как бы мой кол, твой кол, какая разница, это палка и палка. Вот, поэтому, когда они там приплывали на своих этих байдарках каких-то, на какой-нибудь корабль там того же Кука, вот, они воспринимали, что вот эти вещи тоже как бы вот общие. И взять какую-то вещь себе, они не считали, что это воровство, у них концепции воровства не было. Ну вот, поэтому они, ну, есть клевая вещь, у меня такой нет, да, а у вас таких дофига, вот я вижу. И взяли там какие-нибудь заклепки там, да, повыдергивали, там еще что-нибудь, ну там ножики. Вот, и во всех описаниях прибытия на острова вот просто красной строкой, там и у Кука, у кого угодно, что приплыли вот эти папуасы и ограбили. И вот от них ничего не спрячешь, и они 100% все сопрут. Вот просто гарантия, что вот или надо их не пускать на корабль, или они все утащат. Вот, или надо заколачивать большими гвоздями, потому что и они и гвозди еще повыдергивают на самом деле. Вот, и так оно ведь и было. Но англичане это воспринимали как воровство, и что это как бы вот нарушение закона, потому что у англичан в голове есть закон. У них, да, они же там на юриспруденции тоже повернутые были уже в те времена. И они как бы вот это преступник. А у папуаса это как бы какой, ну, как бы у тебя два ножа, а у меня нет. Ну, я у тебя взял один, как бы, почему нет-то, в чем проблема? А я тебе могу вот эти вот бусы дать. В чем? Ну, вот у тебя нож, у меня бусы, как бы, да, пожалуйста, мне не жалко, я себе еще сделаю. Ну, вот, и, ну, я себе могу сделать палку-копалку, бусы, там, лодку, да, а ты можешь себе сделать нож, ну, что бы нам не поменяться, как бы, в чем проблема? И часто на этом были ужасные недоразумения. Ну и какие-нибудь эти морячки, такие тоже не самые замысловатые, начинали там отстреливаться из каких-то там ружей, и начиналась там резня какая-нибудь. Ну, сколько-то раз такое в истории происходило. Вот, поэтому с точки зрения вот этих местных жителей, цивилизация, ну и вся вот эта вот роскошь, да, и так далее, ну это какой-то параллельный мир, вот, который они достичь не могут никак своими силами, но которые есть, ну, как такая сказка в своем роде, да. Но вот есть дедок, который лично очевидец, да, он может фотографию показать, и все там, о, ну, правда, ну, раз дедок говорит, он врать не будет, как бы, да, ничего ему врать-то. Ну, вот, значит, где-то такое есть. Ну, прикольно, как бы. Ну, как, я не знаю, мы там какой-нибудь «Звездные войны» там фильм посмотрим, да, вот где-то в далекой-далекой галактике летают звездолеты и стреляют из бластеров. Ну, и где-то плавают какие-то фрегаты и стреляют друг друга из пушек. Ну вот, ну а мы сидим здесь и какую-нибудь там эту маниоку жуем. А большинство религий и культур накладывают запрет на самоубийство и считают это большим грехом. Судя по фильму, племя это как-то так приняло снисходительно, и даже они приняли их выбор, и после этого ввели в обычай браки, значит, по любви исключительно. А как действительно племя относилось к смерти и к самоубийству? Ну, на самом деле, как они приняли? Они все-таки увидели, что это ужасно плохо и неправильно, и поэтому надо поменять обычай. То есть как раз, вот, видимо, в их культуре нету какой-то такой естественности самоубийства, и их это потрясло. Но чтобы поменять обычаи, все-таки надо какое-то что-то такое очень мощное. Вот, и, видимо, у них там поводов-то особо для самоубийства не бывает на этом острове. А вообще в разных культурах очень неодинаковые отношения. Ну, например, вот у эскимосов и там у североамериканских индейцев для них самоубийство было вообще само собой, там пошел, да, самоубился. И, кстати, даже в советское время у нас как бы с этим были большие проблемы. Там на какой-нибудь Чукотке среди там чукч и коряков процент самоубийств какой-то там запредельный был. Ну, потому что у них как бы культурно это никак не порицается. Ну, хочет человек себя убить, взял, убил, в чем проблема. Кстати, у австралийских аборигенов то же самое. Там сплошь и рядом самоубийство, это как бы естественное. Ну, вот может там страдать и мучиться, да, а может самоубиться. Ну, ему так захотелось, ну, это его личное дело. Потому что он самодостаточная личность, у него свои какие-то интересы, у него свои желания. Почему я его должен осуждать вообще, с какой стати, и какое мне дело до него? То есть он как он не я, как бы, да, но захотел убиться, убился, и что мне-то вообще без проблем. Ну, вот. Поэтому в разных культурах бывает сильно не одинаково. А здесь, вот, видимо, как раз у них, ну, как бы концепт самоубийства есть, раз они это сделали, да, но это неестественно все-таки, это неправильно. Расскажите, как вам в целом фильм, и посоветовали бы вы его для просмотра? Фильм отличный. Аналогов я, честно говоря, даже особо и не знаю. Ну, вот разве что там 10 лодок. Может, еще там какую-то парочку можно придумать, но что-то вот так в голову сход даже не особо и не идет.
И вообще про Меланезию, про Вануату, про остров Танна, по-моему, он вообще в принципе единственный фильм. Даже на удивление приключенческих про Меланезию особо нет. То есть часто какие-то меланезийцы мелькают в качестве каких-то, ну, совсем уж демонических каких-то таких дикарей непонятных. Но вот что им надо, какие у них интересы, какие у них мысли, что они вообще от жизни хотят, про это обычно нету никогда ничего. Ну, в лучшем случае это вот какие-то фигуры по берегу бегут, а в них там из мушкетов стреляют с борта там какого-то корабля, да, какие-нибудь пираты. И где-то вот в предшествующем фильме они где-то там на заднем плане там второстепенную роль играют. А здесь от первого лица. Здесь европейцев-то нету ни одного во всем фильме, ну, на фотографиях там эти короли какие-то. А, ну, и упоминается Кук разве что там в одном месте. Но это в этом смысле фильм уникальный. То есть других аналогов, по сути дела, не существует. И это обидно, потому что Меланезия — это богатейший мир, на самом деле. Там куча островов, они друг от друга отличаются. Ну, потому что вот я уже упомянул, там есть папуасы, есть меланезийцы, они уже разные. Они на разных языках говорят, у них какие-то свои там предания. И вот австралийские киношники молодцы, что такой фильм сняли. Фильм шикарный, и абсолютно незаслуженно он таки не получил Оскара. Я, кстати, посмотрел специально, какие фильмы там получили такие Оскар. Ну, елки-палки, на фоне Танна это вообще ни о чем. И главный Оскар там, и все вот эти второстепенные Оскары, ну, как бы это все дребедень. Танна отличный фильм, всем рекомендую. Спасибо большое, Станислав. Пожалуйста. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.